тематика. Когда-то Дмитрий Анатольевич путешествовал по разным морям, впечатлениями наполнился, написал много морских стихов. Виктор Берковский написал музыку в надежде, что когда-нибудь тоже попадет в эти моря. Но, как рассказывают легенды, профессор Сухарев профессора Берковского в моря ни разу с собой не взял. За что профессор Берковский ни разу не взял профессора Сухарева на прокатный старт, когда он ездил в свои командировки. Выберу самое синее море, первый привет и возьму пароход, сяду, поеду дорогой прямой, все на восход. Не выйдет, не выйдет.